Well, today I felt that I was to follow up Caroline Leaf. И я подумал, что сегодня мне надо продолжить то, о чем говорила Caroline Leaf. How many of you enjoyed Caroline Leaf? Вам понравилась Caroline Leaf? Wow. I thought that was amazing. Очень хорошо. So wonderful. Настолько было прекрасно, когда она была. To see how science confirms the scripture. Было прекрасно видеть, как наука подтверждает Писание. And today I'm going to teach something I have not taught for 9 years. И сегодня я буду учить о том, о чем я не учил 9 лет. So I want you to open your Bibles. Пожалуйста, откройте свои Библии. To Ephesians chapter 6. Ефесянам 6 главу. And verse 10. 10 стих. And today Andrei will be working with me and Maxime. Андрей сегодня будет работать со мной с Максимом. So you can take good notes. Пожалуйста, хорошо записывайте. We're going to begin Ephesians chapter 6. Итак, Ефесянам 6 глава. And verse 10. С 10 стиха. And we're going to be talking about the mind. Мы будем говорить о разуме. And spiritual warfare. И о духовном сражении. And when you come to Ephesians 6:10. Ефесянам 6:10. Paul says. Здесь Павел пишет. Finally, my brethren. Наконец, братья мои. Be strong in the Lord. Укрепляйтесь Господом. And in the power of His might. И могуществом силы Его. Verse 11. 11 стих. Put on the whole armor of God. Облекитесь во всеоружие Божие. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. But today we're going to dig deep into this verse. И сегодня мы будем глубоко копать, глубоко разбирать эти стихи. And we're going to go to Bible school. И мы сегодня здесь устроим занятия библейской школы. And we're going to begin at the first of verse 10. И мы начнем с начала 10 стиха. Where Paul says. Где Павел написал. Finally. Наконец. This word finally. Вот слово наконец. In Greek is the word toilopan. Является переводом греческого слова toilopan. This word toilopan. И слово toilopan. Is regularly used in secular documents. Постоянно использовалось в мирских документах при документообороте. And so we know what it means. И мы знаем его значение. It doesn't just mean in conclusion. Это слово не означает просто в конце. But normally this phrase would be used. Но обычно, когда использовали эту фразу. When you say the very most important thing to the very end. Когда хотели в конце сказать самое важное оставляли напоследок. So you could translate it. И вот как можно перевести. Now to the most important matter at hand. А вот теперь перейдем к самому главному. That is amazing to me. Удивительно. Because by using this phrase. Потому что использовав эту фразу. In the book of Ephesians. В послании Ефесянам. Paul lifts the subject of spiritual warfare. Павел поднимает важность духовного сражения. As if it is the most important subject in the entire epistle. И он так его преподносит, как будто это самое важное во всем послании Ефесянам. Well, the book of Ephesians. Послание Ефесянам. Is a very important epistle. Наполнено важными, оно очень важное, все послание. Some people say it is the most theological. И некоторые люди говорят, что послание Ефесянам самое богословское. Maybe the second after Romans. Может быть, после послания Римлянам послание Ефесянам стоит на втором месте. It is packed from beginning to end. И послание Ефесянам наполнено важными вещами от начала до конца. In chapter 1. В первой главе. He talks about election. В Ефесянам он говорит о избрании. Predestination, о предназначении, our calling, о предизбрании, о призвании, being sealed by the Spirit, о том, что на нас стоит печать Духа, the exaltation of Christ, о том, что Христос вознесен. Chapter 2, во второй главе, he talks about who we were before Christ, Ефесянам Павел описывает то, какими мы были до Христа, the grace of God, о Божьей благодати. In chapter 3, в третьей главе, he talks about the eternal plan of God for the church, Павел описывает вечный Божий план для церкви. In chapter 4, в четвертой главе, he talks about fivefold ministry. Павел описывает пятигранное служение. In chapter 5. В пятой главе. He talks about the relationship between husbands and wives. Павел описывает отношения между мужьями и женами. Chapter 6. В шестой главе. He talks about the relationship between parents and children. Павел говорит о отношениях между родителями и детьми. All of these critical issues. И все эти весьма важные вопросы. All of them. Все это. Of supreme importance. Являются предметами очень важными. And then he comes to chapter 6 verse 10. Наиважнейшими. И вот в шестой главе в 10 стихе, and says toilopan. Павел говорит toilopan. If you can't remember anything else I've said to you. Если вы не сможете запомнить все, что я вам написал до этого. Here's what I want you to remember. Вот что вы должны запомнить. This is most important. Вот теперь мы переходим к самому главному. And he lifts this issue of spiritual warfare. И вот эту тему духовного сражения Павел поднимает. Why? Почему? Why would he lift this to such a prominent place? Но почему он такую важность придает теме духовного сражения? When I was a young boy, когда я был молодым мальчишкой, I grew up in a church, я рос в церкви, where they taught excellent doctrine. В которой было очень хорошее доктринальное учение. Our heads were filled with information. Наши головы были наполнены знаниями. But if anybody mentioned the devil, но если кто-то упоминал дьявола, we would literally freak out. Мы просто пугались и не знали, что делать. What do you do with the devil? А что делать с этим дьяволом? We don't know what to do with the devil. Мы не знаем, что делать с дьяволом.
дьяволом. Even though our heads were filled with information, хотя наши головы были полны знаний, информации, we did not know how to confront the enemy. Мы не знали, как сражаться с врагом. We didn't know how to pray prayers of authority. Мы не знали, как молиться со властью. We were very smart. Мы были весьма умны. Very educated. Весьма образованы. But when it came to issues of spiritual conflict, но когда речь заходила о духовных конфликтах, we did not have instruction. У нас не было наставления. And if you have a head full of information, и если у вас в голове много знаний, but you do not know how to deal with the devil, но вы не знаете, как сражаться, как разбираться с дьяволом, then you're lacking something very serious in your life. То вам не хватает чего-то очень важного. Well, Ephesus was very educated. Итак, жители Ефеса были весьма образованы. In fact, just the very nature of the letter, вообще сама природа этого послания Ефесянам, that he talks about election, он говорит о предизбрании, and never explains it, и не объясняет до конца, что это. Wish that he had. Хотелось бы, конечно, чтобы объяснил. He mentions predestination. Павел говорит о том, что мы были предназначены. Never explains. И не объясняет. You know why he didn't stop to explain? А знаете, почему Павел детально не объясняет? Because he was talking to Ephesians. Потому что он же это письмо написал жителям самого They Ефеса. They knew these things. И ефесяне все это знали. So he just mentioned them. И Павел просто упоминает. And what we consider, и мы понимаем, to be deep theological concepts, мы понимаем, что это очень глубокие богословские доктрины, концепции. That church had a grasp on. Но Ефесская церковь просто сразу понимала, о чем речь. But when it came to the issue of dealing with the devil, и вот когда Павел начал говорить о том, как сражаться с дьяволом, in some way they were lacking. А им вот этого не хватало, у них не хватало. So Paul said, "Toi lopas." Итак, Павел говорит, "Toi lopas." Finally, наконец, to the most important matter at hand, напоследок мы оставили самое важное. Be strong in the Lord. Укрепляйтесь Господом. And Paul uses this word strong. И Павел использовал это слово укрепляйтесь. And I want you to write this down. Я хочу, чтобы вы записали. The word strong. Слово укрепляйтесь. Is the Greek word enduo. Является переводом греческого слова enduo. Spelled like this. Вот так оно пишется. It's actually a compound of two words. И оно сложное составное, оно состоит из двух слов. It's the word en. И слово en. And the word duo. И слово duo. The word en. Слово en. Means into. Означает в чем-то. Like if I was going to pour water into a vase. Если бы я, например, наливал воду в вазу, в графит. It means in or into being inside это something. Это слово означает быть внутри чего-то, находиться внутри. The word duo. Слово duo is from the well-known происходит word. От известного, хорошо известного слова. Dunamis. Dunamis. How many of you have heard the word dunamis? Кто из вас слышал слово dunamis? Well, this word dunamis. Итак, слово dunamis describes explosive power. Описывает взрывную силу. It's where we get the word dynamite. И от него происходит слово динамит. And so it gives the idea of what happens. И мы понимаем смысл. When dunamis is in operation. Когда начинает действовать этот самый dunamis. It moves. Начинает что-то двигаться. It's creative. Происходить что-то создает. It moves hell out of the way. Эта сила может сдвинуть ад с пути. It is dunamis, dynamic power. Dunamis, динамическая сила. But но there's something about this word. Есть кое-что еще в этом слове. This word dunamis. Вот это слово dunamis. And by the way, in this verse. Кстати, в этом стихе. There are three different words for power. Используются три разных слова, которые переводятся как сила или сильное. Три разных. In one verse. Три разных слова в одном стихе. And Paul used all three of them in a different way. Павел по-разному использовал эти три слова. And the first one is this word, be strong. И вот первое слово укрепляйтесь. This dunamis. Вот этот dunamis. Is not what I call free floating power. Это не просто сила, которая витает или течет в воздухе. It doesn't do anything. Эта сила ни на что не способна. Until. Пока. N, она, it is placed into a vessel. Она не будет внутри. То есть вот это N играет большую роль внутри сосуда. You won't even know it's there. Ты даже не поймешь, что это там. Because it has no form. Потому что у этой силы нет формы. It has no function. Нет физического составляющего. Она не может ничего сделать. Until it is placed inside пока something. Пока эта сила не попадет внутрь кого-то. And where does it go? А куда же эта сила попадает? We are the vessels. Мы же сосуды. Which are specifically мы созданы именно для этого. To create, to receive dunamis power. Мы были созданы для того, чтобы эта сила dunamis попала внутрь нас. And so when the Bible says, be strong, итак, когда мы в Библии читаем укрепляйтесь, it could be translated, вот как можно перевести. This would actually be the best. Вот лучший перевод. Be empowered. Получите силу. Receive this dunamis power. Получите эту силу dunamis. Now Paul was educated. Павел был образован. He knew the classics. Павел знал произведения классической литературы. And when these two words are compounded, и когда эти два
слова были соединены, they become modified to this smaller word, они представляли вот такое слово. And Paul knew, и Павел знал, how this word was used. Как этим словом пользовались. It was just used one way. Это слово использовали лишь в одном случае. It was used to describe individuals. Это слово использовали для описания людей. For instance, in the Greek legends, например, у греков были легенды, мифы греков. People like Hercules, они рассказывали о таких людях, как Геркулес, who received some kind of a gift from the gods, Геркулес получил какой-то дар от божества, which от богов. Transformed them, и этот дар его трансформировал, from a human, и он превратился из обычного человека to become a superhuman, суперчеловека, сверхчеловека. And so when Paul says, и когда Павел пишет, be strong, укрепляйтесь, be empowered, получите силу, he's talking about a dunamis power, Павел говорит о этой силе дунамис, which comes in us, которая входит в нас. And when it comes in и когда эта сила входит в нас, it is so transforming, она настолько может нас изменить и трансформировать, that it changes us from Christians, что мы из просто верующих to super Christians, превращаемся в сверхверующих, from believers, из просто верующих to super believers, мы становимся сверхверующими. It lifts us into a different category. Мы попадаем в другую категорию. Now Jesus mentions this word. Иисус употребил это слово. In Luke 24:49. Луки 24:49. Write that down. Запишите, пожалуйста. Luke 24. Луки 24. Verse 49. 49. Where Jesus talks about the baptism in the Holy Spirit. Где Иисус говорил о крещении Духом Святым. And he said to the apostles. Иисус сказал апостолам. He said, "Stay in Jerusalem." Оставайтесь в Иерусалиме. How many of you remember what the next part of the verse says? Кто помнит, что дальше написано? Raise your hand if you remember. Поднимите руку, если помните. What does it say? Что написано? Until you be доколе не облечетесь силою свыше. Until you're empowered from on high. Доколе не облечетесь. That is the same word. Вот там стоит то же самое греческое слово. Well, when Jesus said that to the disciples, и когда Иисус сказал это ученикам, they were already saved. Они же уже были спасены. Andre, would you write down John 20? Андрей, пожалуйста, напиши Иоанна 20 глава. They were saved in John chapter 20. Еще в 20 главе Иоанна они получили спасение. Until that moment, и до этого момента, they lived by Old Testament standards. Они жили в соответствии со стандартами Ветхого Завета. But in Acts chapter 20, но в 20 главе Деяний, Jesus came to them. Иисус к ним приходит. He said, "Peace be unto you." И говорит, мир вам. And then you remember what he did? И помните, что Иисус сделал? He breathed on them. Иисус дунул. The Greek says he breathed into them. В греческом написано, он вдохнул. And said, "Receive the Holy Ghost." Примите Духа Святого. The Holy Spirit, Дух Святой, for the first time in history, первый раз за всю историю, in that moment, в тот момент, came inside human being. Дух Святой вошел внутрь человека. Until that moment, до того момента, the Holy Spirit came on people. Дух Святой спускался на людей. But the Holy Spirit did not come in people. Но Дух Святой не входил внутрь людей. And when Jesus said, "Receive the Holy Ghost," когда Иисус сказал, "Примите Духа Святого," they were born again. Они родились свыше. That changed history. И это изменило ход истории. This is very important. Это очень важно. Because that was in John 20. Потому что это все описывается в Иоанна 20 главе. Right? Правильно. What is Deanna 20? This is a, let's remove that. But no. This, Luke 24:49, is what Jesus said to them just before he ascended. Вот там описано то, что Иисус сказал прямо перед тем, как поднялся. There's a lot of time between these two days. Между этими двумя днями прошло много времени. So they were saved. Итак, они уже получили спасение. They were born again. Они родились свыше. And they functioned as born again people. И они уже вели себя как рожденные свыше люди. Until the Mount of Ascension. И потом гора Вознесения. When Jesus ascended. Когда Иисус вознес. And just before he ascended. И прямо перед тем, как быть взятым. He's talking to born again people. Иисус в этот момент говорит уже с рожденными свыше людьми. He said, "Now we're not done yet." Иисус говорит им, еще мы не все сделали. Go to Jerusalem. Вам нужно идти в Иерусалим. Stay there. Оставайтесь в Иерусалиме. Until you are endued with power from on high. Доколе не облечетесь. Облечетесь, вот это слово инду. So though they were saved, силою свыше, хотя они были спасены, Jesus said, "There's a second work of grace you haven't received yet." Иисус говорит, еще вы не получили второе действие благодати. And as wonderful as this is, все, конечно, замечательно. Wait till you receive this. Но подождите, когда вы получите второе. Salvation gives peace. Спасение наполняет нас миром. But the baptism in the Holy Spirit gives power. Но крещение Духом Святым приносит силу. Everybody say, "Salvation gives peace." Скажи, спасение дает мир. But the baptism gives power. Но крещение дает силу. Правильно, да?
And so they went to Jerusalem. Итак, они пошли в Иерусалим. And they were baptized with the Holy Spirit. И получили крещение Духом Святым. They were endued. Они облеклись. This word. Вот это слово. With power from on high. Облеклись в силу свыше. But there's something else I need to show you. И есть еще одна вещь, которую я вам должен показать. This word dunamis. Вот это слово dunamis. Is very unique. Является очень уникальным. In the way that it progresses. Оно может развиваться. Есть прогрессия. It never diminishes. Нет там уменьшения, то есть оно не угасает. It always gets stronger. Но всегда становится только сильнее. There is a form of this word used in Romans 4. В Римлянам 4 главе использована форма этого слова. To describe Abraham and his faith. Для описания Авраама и его веры. And it says that Abraham. И там написано. Grew strong in faith. Что Авраам укрепился в вере, она стала сильнее. That's the word strong is from dunamis. Вот там слово стоит как раз dunamis, которое переведено как укрепился или стал сильнее. And the whole nature of this word. И вообще природа этого слова. Is the longer you walk in it. Такова, что чем дольше ты живешь в этом. If you walk in it. Если ты, конечно, с этим живешь. It never diminishes. Нет уменьшения. For Abraham it meant. Не угасает. He grew stronger and стронger and стронger and stronger. Вера Авраама становилась все сильнее и сильнее и сильнее. Dunamis. His faith got broader, it got deeper, it got more powerful. Его вера становилась глубже, шире, более мощной. So every time you see this word. Итак, каждый раз, когда вы видите слово dunamis, оно указывает на то, что когда сила Духа Святого входит в нас, God never intended for it to be static or to be stationary. Бог не планировал, чтобы мы просто стояли на месте, чтобы эта сила не действовала. Or to begin with a bang. Или чтобы просто был такой взрыв в начале. And then end with a little fizzle. А потом так чуть-чуть в конце. Нет. No. Нет, нет, нет. And I want to give you an illustration. Я хочу привести иллюстрацию показать. Many years ago. Много лет назад. Climbed the second tallest mountain in Canada. Я взобрался на гору в Канаде. Эта вершина была второй во всей стране. Еще была одна, которая выше. It was a great victory. Это была огромная победа. And one of the dumbest things I've ever done. И в то же время это была одна из самых больших глупостей из всех, которые я сделал. Just don't go climb big mountains. Не надо карабкаться на большие горы. But но while we were in that area, пока мы были там. Denise and I saw this beautiful little creek. Мы с Денисом увидели красивый ручей, ручеёк. I mean, just this little creek coming out of the mountains, out of the glaciers. Маленький ручеёк, который из ледников, там был снег на горе, и этот ручеёк тёк вниз. You could walk across it. Можно было перешагнуть. Water would come to your ankles. Можно было зайти по щиколотку в воду. I think that we took the rocks and we made a dam. Мы взяли камни, там плотину за пруду соорудили, походили по этим камням. So beautiful. Такой красивый ручей. And it was called. И этот ручей. The Columbia. Называли рекой Колумбия. It did not look like a river. Он не был похож на реку. It just looked like a little creek. Он похож был на маленький ручеек. But Denise and I were traveling by car back in those days. И мы в то время с Денисом много путешествовали на машине. All over the Northwest. Мы ездили с севера на запад. And lo and behold, и внизу, we came across the Columbia again. Мы снова столкнулись с рекой Колумбия. And this little creek, этот маленький ручеек, had become a pretty significant river. Превратился в довольно большую реку. I said, Denise, can you believe? Я говорю, Денис, ты вообще можешь поверить? That is that little creek. Это вот тот ручеек. And then, и потом, when we got down to Portland, когда мы приехали в Портленд, right between the states of Oregon and Washington, между Орегоном и Вашингтоном, штатами, is the Columbia River, там течет река Колумбия, which is the greatest source of hydroelectricity in the United States. И эта река является источником или поставщиком электроэнергии самым большим в Америке. То есть на ней построено самое большое количество электростанций. It is gigantic. Огромная полноводная река. The water is so powerful. И вода имеет такую силу. That not only does it make electricity. Что не только вырабатывается электроэнергия. It moves the volcanic rock. Эта вода может сдвинуть вулканические породы. And of course, eventually. И конечно, в конце. It goes to the Pacific Ocean. Эта река впадает в Тихий океан. Well, now, how in the world? World, ну как же так? Did that little creek, ну как этот маленький ручеёк, become this mighty river? Превратился в эту мощную полноводную реку? And of course, the answer is simple. Конечно, ответ весьма прост. As the water, the original water flowed. Вода течет. There was a little tributary. Маленький здесь ручеек впадает. And another one. Еще впадает. And another one. Еще and впадает. One, еще and впадает. One, еще впадает. One, еще впадает. Еще впадает. The original water. И вот эта вода, которая вначале. Never disappears. Она же никуда не исчезает. It just keeps moving. Она просто течет. But it's fed. Но питается. By other tributaries. Впадающими потоками. And every time a new tributary flows. И благодаря этой подпитке. And there are thousands of them. А тысячи ручейков впадают, тысячи. It feeds that original water. Подпитка идет. Which becomes bigger and bigger. Эта вода, река становится все более и более, более, более полноводной, глубокой, широкой. И, наконец,
What began as a little experience, то, что вначале было чем-то маленьким, becomes something massive. Превращается во что-то мощное. This is such an example of the Holy Spirit. Это хороший пример работы Духа Святого. Because when we are first endued, потому что когда мы в первый раз облекаемся в эту силу, when that power comes in us, когда эта сила входит в нас в первый раз, it feels so dramatic. Мы чувствуем что-то такое мощное, мы настолько под впечатлением находимся. That's because it's new. Потому что это что-то новое. It doesn't take a whole lot. И немного нужно, чтобы удивить тебя в первый раз. Ты чувствуешь что-то мощное. Запишите. Крещение одно. Baptism in the Holy Spirit. Крещение Духом Святым одно. But there are many infillings. Но наполнений Духом Святым много. Many infillings. Наполнений много. So as we walk with the Lord, итак, когда мы идем по жизни с Господом, we receive a new tributary. В раз впадает в нас ручеек. A new infilling. Еще одно наполнение. And another one. Еще одно наполнение. And another one. And another one. And another one. And another one. So that our walk in the power of God, и наша жизнь в силе Божьей, becomes deeper. Становится глубже. It becomes wider. Становится шире. And let me tell you something else. И еще одну вещь хочу сказать. I think this is interesting. Я думаю, что это интересно. If you were to go here and look at this, если бы вы поехали туда и посмотрели, which part of this do you think seems the most exciting? Как вы думаете, где что-то самое интересное, где больше всего радости? What do you think is the prettiest part? Как вы думаете, где самая красивая часть? Right here. Вот здесь. Because the water is crystal clear. Потому что вода вначале кристально чистая. Да? You can hear the water going over the rocks. Ты можешь слышать, как этот ручеек течет по камням. It sounds refreshing. На самом деле в этом звуке есть свежесть, освежение. By the time you get here, и вот здесь уже the water is so powerful, вода набрала такую мощь. It moves without a sound. Эта вода уже течет без звука. But it is very deep. Но очень глубокая. Very deep. Очень глубокая. And the strongest currents are on the bottom, not on the top. И самое сильное течение внизу, около дна. I think this is a very important illustration. И я думаю, что это очень важная иллюстрация. Because how the power of God operates in my life today, потому что то, как сегодня Божья сила действует в моей жизни, is different than it was 3 decades ago. Отличается от того, как Божья сила действовала во мне 30 лет назад. 4 decades. Даже 40. 4 decades ago. 40 лет назад. That was a new, exciting, refreshing. В то время это было чем-то новым, в этом была такая свежесть. But the waters run a lot deeper today. Но сегодня вода течет гораздо глубже. And the thing that's real powerful. И вот на самом деле то, что мощно. Is what runs very deep in my life. Это то, что глубоко в моей жизни. You understand? Понимаете? Don't compare. Не сравнивайте. The beginning to where you are. Не сравнивайте то, что было в начале, с тем, что происходит сейчас. Because the flow of the Holy Spirit will be different as you get older. Поток Духа Святого действует по-другому по мере вашего взросления или роста. И хочу несколько мест Писания привести. Впадающие потоки, ручейки. Свежее наполнение Духом Святым. Запишите. Деяния, 2 глава. In Acts chapter 2, Деяния, 2 глава, they are filled with the Holy Spirit. Описывается, как они наполнились Духом Святым. That was the first time they were baptized in the Holy Spirit. Они в первый раз получили крещение Святым Духом. Already, и уже, by chapter 3, к третьей главе, they are refilled. Они снова наполняются. Refilled. Снова. It says снова. Написано снова. In chapter 4, в четвертой главе, снова. They're refilled. Они снова наполняются. In chapter 5, в пятой главе, снова. Снова. They are refilled. Снова наполняются. It's the same people. Те же самые люди. The people in chapter 5, were in chapter 4, were in chapter 3, were in chapter 2. Те же самые люди в пятой, в четвертой, в третьей, во второй главе. Every time they have a need, и каждый раз, когда они в чем-то нуждаются, they face something new, они сталкиваются с чем-то новым, it's like a new tributary как будто новый поток, который впадает, a brand new infilling of the Holy Spirit, абсолютно новое исполнение Духом Святым, which flows into their life, который течет по их жизни. Can I say it again? Я повторю. There is one baptism in the Spirit, есть одно крещение Духом, but there are many infillings, и есть много наполнений Духом, many infillings, много наполнений. Just raise your hands. Поднимите руки. Say, Lord, refill me. Скажите, Господь, наполни меня. Refill. Снова наполни меня. Аминь. Аминь. Now, итак, Andrei, let's erase that. Андрей, давай сотрем. Now let's look at the next part of this verse. Давайте разберем следующую часть стиха. It says, finally, my brethren, написано, наконец, братья мои, be strong. Укрепляйтесь. We saw that is the word enduo. Мы уже разобрали, что это слово укрепляйтесь, перевод греческого слова enduo. We are made for this. Мы были для этого и созданы. And this power, эта сила, is designed to be in us. Дана для того, чтобы быть в нас. But here's what happens. И вот что происходит.
Сейчас we're talking about с Господом. Мы сейчас будем говорить, укрепляйтесь Господом. We are мы in the Lord. Мы уже в Господе. Let's say that's Jesus. Давайте предположим, что вот это Иисус. And right in the middle of Jesus. И вот здесь в центре Иисуса. That's us. Мы. We are in the Lord. Мы в Господе. Скажи аминь. The Bible teaches this. Библия учит об этом. In Ephesians 1. В Ефесянам 1 главе. 7 times. 7 раз. In one chapter. 7 раз в одной главе. It says you're in the Lord, in the Lord, in the Lord. Написано в Господе, в Господе, в Господе. In Christ. Во Христе. In Him. В Нем. And it is a case which you do not have in Russian. И в греческом языке использован падеж, которого нет в русском языке. Which is called the locative. Который называется местным падежом. It describes something that's fixed. Местный падеж описывает что-то, что закреплено. Unchangeable. Что-то, что нельзя изменить. And that is the case Paul uses when he says we are in Christ. Павел употребил этот падеж в греческом языке, говоря о том, что мы во Христе. And this is glorious. И в этом слава. Because once you are in Christ, потому что когда ты попал во Христа, you are fixed in Christ. Ты закреплен во Христе. You are sealed in Christ. Ты запечатан во Христе. You are locked there. Ты заперт во Христе. Hallelujah. Hallelujah. But here's the amazing thing. Но вот что удивительно. This verse says. Этот стих говорит. Be strong in the Lord. Укрепляйтесь Господом. So we find that in duo. Итак, это in duo. Андрей, this pen's about to go. Андрей, маркер, можно еще один. This power. Эта сила. Is also in the Lord. Эта сила там же в Господе. So we are surrounded by it. Мы окружены этой силой. We're surrounded by it. Мы ей окружены. You say, Pastor, why is this Вы спросите, пастор Рик, почему это важно? Because it means it's almost impossible for you not to receive it. Потому что это означает, что просто почти невозможно не получить эту силу. We are surrounded by Мы окружены этой силой. We are in as much power as we are oxygen. Мы в этой силе находимся точно так же в окружении этой силы, как мы находимся в окружении кислорода. We are in Christ. Мы же во Христе. The power is in Christ. А сила это во Христе. So there's no need to beg, to plead, to cry. И нам не нужно умолять, выпрашивать, нам не нужно плакать. This is not a work of the flesh. Потому что не по плоти все происходит. It's all received by faith. Мы все это получаем по вере. By grace. Благодатью. Lord, I need a new infilling. Господь, мне нужно новое наполнение. I take it in Я Jesus. Я беру его во имя Иисуса. Now. Doctrine и доктринально determines behavior. Доктрина определяет поведение человека. Everybody say that. Давайте повторим. Doctrine determines behavior. Доктрина определяет поведение. That's why doctrine is so important. Поэтому доктрина настолько важна. If you have wrong doctrine, если у тебя неправильные доктрины, it will produce wrong behavior. Это приведет к неправильному поведению. And I want to give you an example. Я хочу привести пример. When Denise and I were first traveling, когда мы с Денисом только начали служить, we went to a very, what was for us at that time, a very large Pentecostal church. Мы поехали, как нам казалось, в то время это была очень большая пятидесятническая церковь. It was probably 500 people. Может быть, там было 500 человек. But to us, it looked like thousands. Но нам показалось, что там тысячи. And it was actually the biggest crowd we'd ever preached to. И для нас на то время та церковь была самой большой из всех, которых мы проповедовали. Pentecostal church. Пятидесятническая церковь. About 50 years old. В которой уже было около 50 лет от роду. And I gave an invitation for people to be baptized in the Holy Spirit. И я призвал вперед выйти людей, которые хотят получить крещение Духом Святым. And the altar filled. И людей вышло много. I am not kidding you. Они заполнили все пространство. All the way over to the other side. Все было заполнено людьми. People on their knees. Люди встали на колени. And I looked at it. Я смотрю на них. And I thought, how could a Pentecostal church? И я думаю, ну как же так? Ведь пятидесятническая церковь. Have so many people. Ну как же так может быть, что в пятидесятнической церкви? That are not baptized in the Holy Spirit. Столько людей, не крещенных Духом Святым. And as the pastor prayed for them. И пастор за них начал молиться. I followed him. Я пошел за пастором. Now, Maxim, you come with me. Да, пастор. Now. Let's just say you're the pastor, and you bend over, and just, and I'll show you how I follow. Предположим, вот так все было. No, get up on your feet. No, he was walking. Пастор идет. And he was just walking along, patting people on the back. Пастор идет, и так. And I was following. Люди, я иду за ним. Пастор идет, и так людей. And I was listening. И я слушаю, он их трет по спине и говорит. And here's what he was saying to them. И пастор людей гладит по спине и говорит. You gotta cry hard. Тебе надо плакать громче. You've got to be more sincere. Ты должен быть более искренним. Oh, you've got to tarry. Ты должен ожидать. I thought, good grief. Я думаю, да что же это такое? They've been tarrying 30 years. Они уже 30 лет всего ждут. How much longer do they need Сколько to wait? Сколько же им еще ждать? But their doctrine. Но у них доктрина такая была. Said they couldn't receive the baptism in the Holy Spirit. Их научили, что нельзя получить крещение Духом Святым. Unless they begged and begged and begged. Если ты не будешь умолять, 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 and really plead. Ты должен умолять, выпрашивать.
How many of you know Andrei Chabotarev? Кто из вас знает Андрея Чеботарева? Андрей Чеботарев. You know how much I love Andrei. Вы знаете, я очень люблю Андрея. Andrei wanted to receive the baptism of the Holy Spirit. И Андрей хотел получить крещение Духом Святым. When he was much younger. Когда он был еще гораздо моложе. But he grew up in a Pentecostal church. Но он вырос в пятидесятнической церкви. Where you couldn't just receive it. Где нельзя было просто так взять и получить крещение. Their doctrine. У них было такое учение, доктрина. У них была похожая доктрина. You got to prove. Нужно доказать you got себя. To beg. Состоятельным, нужно умолять. Everybody in that family spoke in tongues, but Andrei. Выпрашивать и все в семье Андрея молились на языках, кроме Андрея. Because he was still tarrying. Потому что Андрею все еще нужно было ожидать. And one day he just said, "Forget it." И однажды он сказал: "Все хватит. I'm just going to receive it." Я просто возьму и получу. And he received. И получил. It's a work of grace. Потому что все это действие благодати. When we get saved, когда мы получаем спасение, do we have to say, "Oh God"? Нам нужно говорить: Боже, I'll try so hard. Боженька, буду умолять тебя, oh, if I could just плакать. Be worthy enough. Ох, если бы я мог заслужить быть достойным. Of course not. Конечно же, все you не так. Can never be worthy enough. Ты не можешь заслужить. That's why it is a gift of God. Поэтому это является даром not Божьим. Of works. Не от дел. Well, the baptism in the Holy Spirit и крещение Духом Святым is the same. Действует точно так же. Every infilling of the Holy Spirit, любое наполнение Духом Святым, it is the same. Происходит точно так же. We are in Christ. Мы же уже во Христе. The power is in Christ. Сила там, во Христе. All we have to do нам всего лишь нужно is receive it. Принять. You know, it must have been, наверное, прошло уже 15 years ago. Прошло уже 15 лет. After the Riga building program. А после того, как мы построили здание в Риге, Рижская церковь. I was just exhausted. Я был настолько уставшим. Let me tell you, building programs. Когда ты занимаешься строительством церкви. It's pretty amazing. Удивительно. Statistics are very high. Очень высокие статистические данные. Of pastors who quit the ministry after they finished their building program. Исследования проводятся, исследования показывают, что большинство пасторов бросают свою работу, свое служение, как только достроят церковное здание. Вот достроили и бросили. Because it takes such a toll on them. Служение, потому что ну такая нагрузка, так под такой тяжестью они находятся. Andrei, can you imagine? Андрей, представь. I was thinking about this with Paul yesterday. Мы вчера об этом с Павлом думали. That Riga church. Рижская церковь. Was 4 years old. А Рижской церкви было 4 года. When we built that building. Когда мы построили здание. I mean that is fast. Очень быстро. How in the world did we do that? Where did that money come from? Ну как нам удалось так быстро это сделать? Откуда деньги вообще появились? We had barely gotten our feet wet and we were already building a building. Мы только начали и уже строим здание в Риге. Well, when we were finished with that building. И когда мы закончили строительство здания Рижской церкви. I was physically, emotionally, every way just wiped out. Я был физически, эмоционально измотан, истощен. And I said to Denise. И я говорю: Денис. I have to have a touch from heaven. Нужно, чтобы небеса меня коснулись. I just have to have. Мне нужно Божье прикосновение. And I could have received it. И я мог получить. But I didn't. Но не получил. I was so tense. Я был настолько напряжен. I just couldn't relax to even receive a touch from heaven. Я так напрягался, что я не мог расслабиться, чтобы Бог меня коснулся. And the Holy Spirit spoke to me. И Дух Святой мне сказал. Said, I will refill you. Я тебя наполню заново. I will refill you before we had gone to the United States. Я тебя наполню еще до того, как ты поедешь в Америку. He said, before your feet hit Latvia, when you go back. До того, как твои ноги коснутся земли, я тебя наполню. Before your feet hit the land in Latvia. Прежде чем твои ноги коснутся латвийской земли. So we were on the plane. Итак, мы летим в самолете. After being gone for 2 months. Нас не было 2 месяца. Now we had done all these meetings. И вот мы провели кучу служений. I was even more tired. Я уже еще больше уставший. And just before we landed. И прямо перед посадкой. I said, Lord. Я говорю: Господи. You said you'd refill me. Ты сказал, что меня заново наполнишь. He said, I've just been waiting on you. Он говорит: я тебя ждал. And I'm telling you. И я тебе говорю. Right in the air. Я вам говорю: прямо в воздухе, в самолете. A little closer to heaven. Мы были немного ближе к небесам, конечно, в самолете. I was gloriously filled Просто with the Holy Spirit. Просто я пережил славное наполнение Духом Святым. I could have done it 2 months earlier. Все это могло произойти за 2 месяца до этого. It just takes a heart that says yes. Просто нужно, чтобы сердце твое сказало да. And if you need it, и если ты нуждаешься в этом, you can receive. Ты можешь принять, ты можешь пережить. But now wait a minute. Подождите. Look at the rest of this verse. Посмотрите в конце стиха. It says, "Be strong in the Lord." Написано: укрепляйтесь Господом. So we have the word strong. Итак, укрепляйтесь. That's the word. Thank you, Andrei. That's the word enduo. Это слово enduo. So now we have one word for power. Уже есть одно слово для крепости, для силы. But he also continues to say. Далее он пишет. In the power of his might. Могуществом силы его. Now wait a minute. Стоп.
What is the difference between power and might? Какая разница между могуществом и силой? Look at this. Смотрите. They're two totally different words. Два абсолютно разных слова. They don't even look the same. Они даже выглядят по-разному. There grammatically is no connection between these words. Нет никаких грамматических связей. Why did he use both of these words? Почему же Павел использовал два слова? To describe для описания this strength, this empowerment. Вот этой силы, которая нас наполняет. And I'm going to tell you. Я вам расскажу. The word kratos, слово kratos describes exhibited power. Описывает явленную силу. Exhibited power. Явленную силу. You could call it demonstrated power. Показанную силу. It's power that manifests. Это сила, которая себя проявила, проявленная сила. It always manifests. Эта сила всегда проявится. You can feel it. Ты можешь ее прочувствовать. You can experience it. Ты можешь ее пережить. It's not just theoretical. Это не просто теоретическая сила. And that's why Paul usually uses this word to describe the resurrection. Именно поэтому Павел очень часто использует именно слово кратос для описания воскрешения. The resurrection was not theoretical. Потому что воскрешение не просто теория. It shook the earth. Когда произошло воскрешение, земля потряслась. To the ground. Солдаты упали на землю. It was kratos. Была сила kratos. Real manifested power. Настоящая явленная сила. Do you understand? Понимаете? Now here's the thing. Итак, вот в чем дело. When you receive this endowment, когда ты облекаешься этой силой, and it comes into you, и эта сила входит в тебя, it has to go somewhere. Она должна найти выход. It has to go somewhere. Эта сила должна тебя куда-то привести. I told you that this will take you from a Christian to a super Christian. Я вам говорил, что благодаря вот этой силе вы из просто верующего превращаетесь в сверхверующего. From a human to a superhuman. Из человека в сверхчеловека. Because you receive an endowment. Потому что вы получили этот endowment, эту силу. But when it comes in, и когда эта сила входит, it has to go somewhere. Она должна найти выход. It's like electricity. Как электричество. It's got to get it. It's got to do something. Электричество turns on lights. Должно что-то сделать, зажечь лампочку. Эта сила должна что-то произвести. That's the way that it works. Именно так все и бывает. It comes with manifestation. Эта сила начинает проявляться. Isn't it interesting? Интересно же, да? That after you receive the baptism of the Holy После Spirit, того, как вы получили крещение Духом Святым, you have power to pray. У вас появляется сила молиться. Command devils. Вы можете приказывать дьяволу. Pray for healing. Вы можете молиться за исцеление. You never acted like that before the baptism вы of the Holy Spirit. Вы же до крещения Духом Святым так себя не вели. What happened to you? Что с вами произошло? You received an endowment. Вы получили эту силу, it has come in, которая вошла в вас. And it is looking for a way to manifest. Эта сила ищет выхода, она хочет проявляться. Скажи аминь. Now, how about this word might? А вот теперь, in your Bible, it's the word sila. У нас в нашем Библии написано сила. This word iskuas. Вот это слово iskuas переведено как сила. Describes a mighty man. И это слово описывало в то время сильного человека. A mighty man. Сильного мощного человека. Denise and I have a friend that's been Mr. America 5 times. У нас Денис есть друг, который 5 раз завоевывал титул мистер Америка. Это соревнование для культуристов в Америке. He looks like he was created in a laboratory. Вы знаете, когда смотришь на этого культуриста, нашего друга, I mean, it's hard not to stare. Кажется, что его создали в какой-то лаборатории. Трудно отвести глаза. Because it is so amazing. Потому что настолько он удивителен. And he is strong. Он сильный. He can show his muscles. Он может свои мышцы показать. He can break things, bend things. Он может что-то ломать, согнуть. Well, in this particular case, и вот в нашем случае, it says, "Be strong in the Lord." Написано, укрепляйтесь Господом. And in the power и могуществом of whose might? Чьей силы? Whose might? Чьей силы? God's might. Божьей силы. So this word iskuas, итак, это слово iskuas, is used to describe God, использовано для описания Бога, as somebody so mighty. И здесь мы понимаем, что Бог настолько силен. So I always say, я всегда говорю, if we were going to give God an official title for strength, если бы мы могли Богу присудить официальный титул в каких-то соревнованиях, he would really be Mr. Universe. То Бог бы был мистером вселенной, но это главное соревнование для культуристов, кто не знает, да? Who has power like God? Но у кого есть сила, подобная Божьей? Кто может разделить Красное море, сказав одно слово, создать миры? Вообще у Бога феноменальная сила. И мы даже не можем представить, насколько Бог силен. И вот что я не знаю. И я не буду притворяться, что знаю. И мне даже все равно. Я просто рад, что я знаю об этом. Когда мы получаем крещение Духа,
Духом Святым. It puts all of this behind us. Все вот это остается позади. We are strong in the Lord. Мы сильны. And in the power. Мы сильны могуществом. And here's what's available to us. Силы Его, и вот how much power? Сила доступна нам. Сколько силы? It is like all the muscles of God are suddenly behind us. Все Божьи мышцы поддерживают нас. Amazing. So we simply pray in the name of Jesus. Итак, мы просто молимся во имя Иисуса. All that power begins to move. И вся эта сила начинает действовать. All the might of God. Вся Божья мощь действует. And God manifests. И Бог является. Right in front of us. Перед нами. Now. Итак. Look at verse 11. 11 стих, пожалуйста. What does it say? Что там написано в 11? Put on the. Облекитесь во. The whole armor of God. Все оружие Божье. All right, circle that word put on. Пожалуйста, в кружочек обведите слово облекитесь. Put on. Облекитесь. What word could that possibly be in the Greek New Testament? Ну что это может быть за слово в Новом Завете на греческом языке? What could it be? Как вы думаете, что это за слово в греческом How языке? About а что если это то? Enduo. То же самое слово enduo. It is exactly the same то word. То же самое слово. Which tells us это указывает this power dunamis, что это сила dunamis, which is made to go in us, которая дана для того, чтобы быть внутри нас. When we receive it, когда мы принимаем ее, it also begins to clothe us. Она нас одевает. Мы одеваемся в эту силу. It comes in, облекаемся в нее, она входит внутрь нас. Outwardly it begins to clothe us, и она окружает нас как одежда. And what does it clothe us with? И чем мы одеты, во что мы одеты? The whole armor of God. Мы облекаемся во всеоружие Божие. All right, Andre, let's write down seven numbers. Андрей, давай, пожалуйста, поставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. There were seven pieces of weaponry for a Roman soldier. У римского воина было семь основных деталей вооружения. Actually, there could be more. На самом деле могло бы быть и больше. But these were absolutely essential. Но абсолютно главных было семь. Paul says, "Put on the whole armor." И Павел написал, облекитесь во все оружие. If you're lacking one of these, если вам не хватает одной части вооружения, then you don't have the whole armor of God. То у вас нет все оружия. So when Paul talks about the whole armor, итак, Павел говоря о все оружии, he's talking about seven pieces of spiritual weaponry. О семи частях вооружения, все оружие. And he lists all of them in chapter 6. И он все перечисляет в шестой главе. First of all, итак, первое, we have the loin belt. Первое, ремень или пояс. We're going to be talking more about this in the weeks to come. У нас в русской Библии написано «опояжьтесь», то есть речь идет о ремне. Мы еще будем говорить об этом. Secondly, второе, there was the breastplate. Была броня или нагрудная часть. The breastplate, нагрудная часть, броня. Which was a fabulous piece of weaponry. Невероятная часть вооружения. Next, следующее, there were the shoes. Была обувь, which began at the knees, went all the way to the ankle. И на самом деле речь шла о наколенниках, которые от коленной чашечки защищали всю ногу. On the bottom they had what were called hobnails. И внизу были такие шпоры, как бы. You could kill somebody just by kicking. И этой шпорой можно было кого-то убить. Next, дальше, there was the shield. Был меч, щит, простите. The shield was the same size as the soldier. И щит был размером солдата. They measured him from side to side, from top to bottom. Прежде чем изготовить щит, сначала измеряли размеры солдата, насколько он высокий, широкий. So shields were not always the same size. Итак, щиты были разных размеров. The Bible says. И в Библии написано. We have a shield of faith. Что нам дан щит веры. Sometimes people say. Иногда люди говорят. Well, I think somebody else has more faith than me. У кого-то больше веры, чем у меня. Well, Romans 12:3 says. Римлянам 12:3 написано. God has given to every man the measure of faith. Что Бог дал каждому человеку меру веры. This word, это слово, tells us don't worry about what somebody else got. Говорит нам, что нам не нужно волноваться, что у кого-то что-то больше. You've got enough to make sure you're covered from top to bottom and from side to side. У тебя достаточно веры для тебя, для твоего размера, чтобы быть закрытым с головы до пят и справа налево. You got faith made just for your size. Вера твоя сделана по твоему размеру, тебе подходит, тебе хватит. Скажи аминь. Then there was the helmet. И был еще шлем. Andrei needed a helmet yesterday. Андрею вчера нужна была каска или шлем. He walked right into one of the balcony at our building. Андрей в нашем новом церковном здании столкнулся с одной из балок. We thank God that he's got a head. Слава Богу, что голова осталась. We're going to talk about why you need a helmet. И мы будем говорить о том, зачем вам нужен шлем. Then there was a sword. Потом еще был меч.
And I just happen to have one here in the building. У меня здесь есть меч. Here is an authentic replica. Это настоящая подделка, если можно сказать. Of a Roman sword. Это римский меч. And the reason it's here is because the youth used it last week. И он здесь в здании, потому что на прошлой неделе молодежное служение его использовало. At my house, I have an authentic replica of all of this. У меня дома есть реплики всех этих вещей. То есть что-то сделанное в современное в наше время, но абсолютно идентично реплика, да? And do you notice how short that is? Посмотрите, насколько он короткий. Long, не очень длинный меч, правда? Most people have this idea. У большинства людей есть такая мысль, такое представление. The Roman swords carried swords like during the time of King Arthur. Что у римских воинов были такие же мечи, какими пользовались рыцари во времена царя короля Артура. But actually, this one's a little long. Но на самом деле это даже еще длиннее, чем был. Their swords. На самом деле римский меч. Were so short. Римский меч был настолько коротким. You could only use them if you were very close to an enemy. Римский меч можно было использовать только в ближнем бою. Он был сделан для ближнего боя. It was for stabbing, для того, чтобы проткнуть. Which tells us something about the sword of the Spirit. И это нам говорит о том, как работает меч Духа. When God gives us a sword, когда Бог дает нам меч, it is a quickened word from Scripture, это слово, которое в Писании, которое оживает. That you can use to stab the enemy when it gets too close. И вы можете использовать это слово, когда враг приблизился настолько, что вы можете его пронзить этим словом. Usually, if you get a rhema, обычно, когда вы получаете слово рема, вы получаете слово рема перед тем, как вступить в ближнюю схватку, в ближний бой. Then, потом, there was, еще, the lance. Было копье. Now, in Ephesians chapter 6, шестая глава Ефесянам, it's not specifically mentioned, but it's in verse 18. В 18 стихе там не очень конкретно, но там именно об этом говорится. And I call it the lance of intercession. И я называю это копьем ходатайства. And this was something you would throw at the enemy from a distance. Копье бросали во врага с дальней дистанции. And they came in all shapes and sizes. И копья были разных размеров, они по-разному выглядели. Now, if you put all that together, и если все это сложить, what do you think that weighed on a small Roman soldier? Как вы думаете, какой был вес всей этой амуниции, этого вооружения на маленьком римском солдате? А сколько килограммов, Андрей? 4-5. Just that. Только этот меч. Now, how much do you think all this weighed on a soldier? Как вы думаете, какой вес нес на себе римский воин? Started with 40 kilos. Минимум 40 килограмм. It could go all the way up to 70 kilos. До 70, от 40 до 70. Depending on the size of the soldier. Зависело все от физических способностей, от размера солдата. Now that is amazing. Удивительно. That is amazing. Вот это удивительно. If you study Goliath, если посмотреть на Голиафа, the spear, the head of his spear, у него древко копья было таким. Just the head of the вообще, spear, not including the pole. Речь не идет о наконечнике, мы говорим только о древке, да, вот часть, которая крепится наконечник, древко, да, понимаем. 35 pounds, which would be. Это около. Сколько килограмм? Около 20 килограмм, пастор, да, правильно? Just the head of his spear. Только древко копья 20 килограмм. Goliath's armor. И оружие. If you count his spear, Голиафа, his sword, посчитать его. His breastplate. Копье, броню, которая на груди. Shield. И его щит. 700 pounds. 700. Pounds. Мы говорим о где-то 350-400 килограмм. It's just amazing. Удивительно, как он это нес. Well, now, what kind of man do you think it would take? Как вы думаете, а какой же должен быть человек, to carry all that? Чтобы все это нести? If I suddenly dumped 40 to 70 kilos on you. Если бы я на вас повесил 40 от 40 до 70 килограмм, просто взял и повесил. Said, now get up. И сказал, теперь вставай. Run. И бегай. Fight. Jump. Сражайся, прыгай. Anybody here think it might be a little bit of a challenge? Как вы думаете, трудно вам было бы бегать с таким весом? You have to have strength to carry that. Вам для того, чтобы это нести, нужна сила. You have to have the strength for that. Вам нужна сила. Well, here's the good news. И вот хорошая новость. When we receive this power, когда мы принимаем эту силу, it came in us to strengthen us. Она входит в нас, чтобы укрепить нас. It equipped us. Мы получаем снаряжение. So God gives us the equipment. И Бог дает нам это снаряжение. And simultaneously gives us the power to function in this dimension. И одновременно Бог, давая нам снаряжение, дает нам силу им пользоваться. And when we have this power operative in our lives, и когда эта сила действует в нашей жизни, and when this armor is functioning in our lives, когда это оружие действует, когда мы им пользуемся. Paul says, Павел написал, you will be able to stand against the wiles of the devil. То вот тогда вы сможете встать против козней дьявольских. The word able, сможете, I'm sorry, stand against, сможете стать,
is the word antisthenai. Это перевод греческого слова антистенай. Which I didn't intend to touch on. Я не собирался говорить о нем. Стенай. Стенай. Means to stand. Означает стоять. The word anti, слово anti means against. Означает против. It means to resist. Это значит противостать. If somebody has crossed over the line, если кто-то перешел черту, it means you have the ability to push them back across the line. Это означает, что у тебя есть сила снова отодвинуть его за эту черту. It is the ability to defend your territory. Ты способен защитить свою территорию. And to take new territory. И ты можешь еще захватить новые территории. Isn't that amazing? Удивительно, правда? And of course, the primary enemy. И конечно наш главный враг. Is the wiles of the devil. Козни дьявола наш главный враг. And this is where we're going to start next week. И об этом мы будем говорить в следующее воскресенье. What are the wiles of the devil? Что это за козни дьявола? You know, the devil's scary. Вы знаете, дьявол страшен. Until you understand how he operates. Пока ты не поймешь, как он действует. There is nothing secret about his operation. Нет никаких тайн относительно того, как дьявол действует. He does the same thing. Дьявол делает одно и то же. Millions of times. Он повторяет это миллионы раз. It is exactly the same thing. Он делает то же самое. There is nothing creative about the devil. У дьявола нет творческого подхода. Nothing. Нет ничего нового. No creative power. У дьявола нет творческих способностей. But he learned one thing to do. Дьявол научился одному трюку, одной уловке. Which is very effective against human beings. И он эффективно использует это, мешая людям. And he just does the same thing. И дьявол повторяет одно и то же. Over and over and over and over. Идет по проторенной дорожке снова и снова и снова и снова и снова и снова. So if you learn what is the one thing that he does, и если вы поймете, как дьявол действует, что это за проторенная дорожка, then you remove the mystery. Тогда уже не будет никаких тайн. And you become effective. И вы сможете эффективно in recognizing his attack. Распознавать его атаки. Понятно. And so next week, и на следующей неделе we're going to talk about what is that method, мы будем говорить о этом методе дьявола and how we can get rid of it. И как мы можем противостать, как мы можем победить. Did you get something from the word today? Вам полезно было то, что вы услышали? Да? Was this good?